полное описание и точную дату выхода с 25 по 28 серию второго сезона сериала «Анна Детектив». С 25 по 28 серию сериала будут выходить на телеканале ТВ-центр 31 марта. 25 серия. Графиня Горина не верит в самоубийство брата и требует повторного расследования, которое преподносит Штольману и Коробейникову сюрприз. Вместо брата Гориной действительно похоронили другого. Пока Анна с помощью духов распутывает эту головоломку, Трегубов всеми силами пытается предотвратить неизбежное. 26 серия. В номере на постоялом дворе найдены убитыми три морских офицера, приехавшие за Тонск для очередной карточной игры. Любой из них мог стать зачинщиком кровавой драки. Коробейников просит Анну в последний раз помочь полиции. Ведь от этого зависит его счастье. 27 серия. Во время охоты на лис в своем имении гибнет старый князь Мещерский. Следствие устанавливает, что выстрел не был случайным. Завещание князя еще сильнее запутывает дело, расширяя круг подозреваемых. Дух Мещерского преследует Анну, но его требование кажется абсурдным. 28 серия. Рисунок одного из учеников школы, основанной покойным князем, похоже, имеет отношение к его гибели. Анна наконец понимает смысл видений, терзающих ее мужа уже некоторое время. У Анны есть важное сообщение для Штольмана, но он хочет поговорить с ней совсем о другом. Напомним, новые серии сериала продолжат выходить на телеканале ТВ-центр 31 марта. Если вам нравится сериал и ждете выхода новых серий, тогда ставим лайки, подписываемся на канал, жмем на колокольчик, чтобы быть в курсе последних новостей о новых российских сериалах. Спасибо за подписку и лайки.